Сейчас в СП-1 идет отчетно-выборная конференция. Перед делегатами всех президентов выступили участники студсоветов и рассказали, что они проделали за последние 2 года. Работа студенческого совета в 2018-2019 году осуществлялась в соответствии с планом воспитательной работы энергетического подразделения и колледжа в целом. Состоялось немало интересных и ярких мероприятий, организаторами и участниками которых стал студенческий совет СП-2. Работали в соответствии с положением о студенческом самоуправлении Сургутского политехнического колледжа. Какую должность вы баллотировались? Заместитель председателя студенческого союза. А какие проблемы вы хотели бы решить? Проблемы опозданий, непосещения занятий по каким-либо неуважительным причинам. А почему именно вы? И что придает вам уверенность? И почему именно я? Опять же, я 2-й год вот в этом всем движении молодежном, и я понимаю, как это все устроено. То есть у меня есть опыт в том, чтобы собрать людей, организовать их и направить, делать определенные действия. А на какую должность вы баллотировались? Я баллотировалась на должность председателя студенческого совета. А какие проблемы вы хотели бы решить? Ну, первую проблему, которую бы хотелось решить, это незанятость всех студентов в активной жизненной позиции колледжа, так как участвовать в активной жизни колледжа — это очень интересно, это дает много каких-то навыков, опыта, что в дальнейшем пригодится как в работе, так и вообще в жизни. Почему именно ты и что придает тебе уверенность? У меня есть много опыта в разных мероприятиях. Мне бы хотелось подарить этот опыт другим, чтобы они также попробовали себя в некоторых направлениях. Лично мне это помогло в навыках организации своего рабочего дня, распорядка. Это очень помогает. И мне бы хотелось свой опыт передать другим студентам.